Всем привет, дорогие друзья, вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах и более ни о чем. У меня, значит, Galaxy Watch 6 Classic 47 мм, и сейчас мы с вами будем менять регион. Вначале посмотрим, какой у меня регион стоит, вдруг вы хотите вот изменить тоже. Так, заходим у Galaxy, дальше сведения АПО. В моем случае у меня российский регион, последние три буквы, это как раз таки говорит о регионе. Если у вас этой строки нет, тогда вы просто нажимаете вот так три раза, у вас вторая строка появляется, и вы видите серп. Далее, что нам еще нужно сделать, прежде чем это все провернуть, это посмотреть, какой код прошивки у меня. Звездочка, решетка, один. Так, еще раз. Звездочка. Дальше решетка. Один, два, три, четыре. И еще раз решеточка. Эх, опять что-то не то. Звездочка. Нажимаем звездочка, решетка. Один, два, три, четыре и решетка. Все, высвечиваются вот такие три строки. И вот нам нужно вот эту вот, которая посередине. И здесь после R960OXM. Вот это вот говорит о том, что моя прошивка мультирегионная. Другими словами, в этой прошивке содержится несколько регионов, которые я могу менять. И это все делается при сбросе часов, что я вам сейчас и продемонстрирую. К сожалению, нет такой сейчас, так скажем, как-то программно изменить регион. Пока еще никто это не придумал. Поэтому, если вдруг придумают, то и к этому перейдем. Ладно, проходим, значит, мы с вами в настроечки. Идем мы, значит, с вами в учетные записи. Вот сюда, где они у нас тут, учетные записи. И делаем сброс. Вот так нажимаем сброс. Нам сейчас предложит сделать, или вернее не предложит, а делает создание резервной копии. Это все происходит автоматически. И после того, как резервная копия будет завершена, начнется у нас с вами сброс. Все, часы готовы к подключению. И вначале у нас происходит выбор языка. Я выбираю язык, и теперь вот второе, когда всплывет, это уже выбор региона. И смотрите, у меня, как я уже сказал, OXM прошивка, мультипрошивка, содержащая в себе несколько регионов. Какие регионы? Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Монголия, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Вот на эти регионы я могу с вами поменять в данном случае регион своих часов. Поэтому любой, вот только из этих. Поэтому у вас может быть прошивка даже не OXM, а какая-то другая. И выбор регионов может быть, допустим, балтийский. Есть регионы Прибалтики, прошивки, не помню, как она называется. А потом Евросоюза регион, где сама прошивка содержит все регионы Евросоюза, допустим. Или там Саудовская Аравия, и которые рядом с ней там страны, также содержат регионы тоже содержит в себе определенные регионы. Поэтому пока что регион можно изменить вот только таким образом и более никаким. Но это пока. Подпишитесь на канал, обязательно поставьте лайк. Ну и ваш комментарий тоже не помешает. Следите, возможно, в скором времени появится какая-нибудь интересная инструкция о том, как программно менять регион на наших часов на любой интересующий вас. Пока, вы на канале SmartWatch.